всем привет! У нас сегодня такой классный день. Давай снимем влог, Ксюш. Давай. Это первый день, ну, может быть, уже второй, как Моня. Первый. Потому что вчера-то вечером практически мы домой. Моня Ирину игрушку ест! Осьминога! Элли чуть не упала. Ребят, вот посмотрите, у нас такая баррикада, нам пришлось отгородить, положить в коробку папин шуруповерт. Эля, смотри, она ест твоего осьминога. Любимого Элиного осьминожка. Смотрите, девочки. Так что, ребят, вот такой у нас переговорный пункт. С одной стороны у нас девочки, Моника. С этой стороны у нас Еля. У Ели еда теперь стоит вот здесь. Она, кстати, вообще сегодня не кушала, но она сегодня пару раз выпросила вкусняшки свои собачьи. А Моника у нас кушает вот такой мелкий корм, который нам дали в ветеринарной клинике. Ну, там, где мы забрали у заводчиков Монику. Они так балдеют. Эля до сих пор рычит на Монику, потому что Моника прям вообще не отстает от нее и бежит прям по пятам, не дает Эле вообще проходу. Вот, и у них сейчас новая игра. Догонялки. Короче, Эля дразнит Монику, забегает. Господи! Так, Эля залезла на сундук. В общем, она забегает на кухню, дразнит Монику. Моника бегает прям за ней по пятам. Вот, но так как Моника маленькая, она не может запрыгнуть куда повыше, а Эля вот от нее вот так вот убегает. Элю спасает вон тот переговорный пункт, где сейчас сидит Ксюша. Моника сегодня ночью так себе спала. Эля хочет на подоконник залезть. Давай, зайка, скажи, я хочу вообще повыше от вас, от всех, да, Элечка? Так, я пошла краситься, докрашивать, я еще не накрашиваю. Итак, вот у нас вот такие блюдечки. То, что мы нашли, это наши блюдца, вы знаете, мы покупали их в Икее. Больше ничего не нашли мы подходящего для нашей Моники. Она такая хорошая, вообще такая замечательная, маленькая, крошечная. Нам кажется, что как-то она плоховато кушает, но вот видите, взяла гранулку и бросила здесь, даже не проглотила. Вот. Но так она веселенькая, шустренькая. По сравнению с нашей Элей, она очень-очень шустрая, очень общительная. Такая лизунья, оближет все, погрызет все. И уже рычит, тявкает и уже прям даже злится иногда. Я думаю, что у нее будет характер очень такой интересный. Она, может быть, даже будет маленькая у нас злюйка, а может быть и нет. Пока не знаю, ребята. Но то, что она очень интересна, это факт. Вот, принесли ковриков, тут сегодня положили. Что у нас там делает Эля? Она лежит на подушечке. Ну и правильно, зайка. Вот, посмотрите, что у нас сейчас творится на кухне. Она ночью перегородила здесь столом, и у нее была вот эта только территория. Плиточку мы застилали ковриками. Вот как-то пока вот так, ребята. По квартире она у нас не бегает. Ну, вообще она как бы такая, знаете, неплаксивая. Вот она всю ночь играла вот с этим мячиком. Сейчас она облюбовала осьминожку Элькину. Тем более сейчас у Моники режутся зубки. Ей хочется все покусать, поточить зубятки. А у нас там кое-где провода еще на полу, поэтому как-то мы без присмотра. Монечку не хотим, конечно, в зале оставлять, чтобы она нам не перегрызла провода от интернета. Вот, а так как мы сегодня едем на ногти с Ксюшей, то позвали бабушку. Без присмотра их оставлять, ребята, нельзя, сами понимаете. Да, Эля? На тебя пока нельзя же Монику оставлять, да? Сладкая моя, надеюсь, Элька, ты не обиделась на маму? Элечка сегодня спала со мной, караулила меня и Ксюшу караулила. Вот, а я караулила Монику. Вот такая у нас теперь веселая троица. Мама и две маленьких собачки. Ну ничего, ребята, не переживайте. Мы справимся с такой трудной задачей. Я думаю, месяца 2-3 сейчас Моника будет ходить там, где ей придется. Вот. А потом она обязательно научится и подружится с Элечкой. Но Моника таково, она щенок, она уже подружилась. Она просто нападает на Эльку, а Эля не знает, что с этим делать. Вот, ребята, посмотрите, девочки наши разболтались. Сейчас включу свет.
короче, переговорный пункт. По крайней мере, Эля хотя бы так уже с ней играет. Она 100 раз уже запрыгнула, спрыгнула, веселится, язык высунула. А Моника ждет, наверное, какие-нибудь вкусняшечки, потому что у нас дома то творожком пахнет, вот Элечке недавно творожок давала, то пельмешками. Скорее всего, Моника, конечно, такие запахи первый раз слышит, и ей хочется все попробовать. Вон, видите, стоит маленькая жопка, вон она. Эля даже не дает показывать на Монику. Вот она бежит. Здравствуй, Моника. Здравствуй, Монечка маленькая. Эля тут как тут. Здравствуй, маленькая девочка. Как твои дела, зайка? Ты подросла маленько за ночь, а? Да ты умница у нас, ты так бегать стала шустренько. Да ты маленькая девочка. Эля смотрит на Монечку, ей очень нравится с ней играть, но она пока не знает, что делать с тем, когда Моня ее бесконечно догоняет и не дает просто ей проходу. А здесь Элька, как бы, знаете, подразнит ее, посидит, поулыбается и знает, что если она перепрыгнет через коробку, то Моника за ней уже не сможет перепрыгнуть. И вот такая игра Элю вообще очень устраивает. Вот они вот так переговариваются, ребят. Представляете, сегодня целый день у нас такой. Эля пошла перекусить, зайка. У Моники сегодня вот этот пледик лежал на полу. Она на нем спала, грызла вон те ушки-пандочки. Сейчас я его постирала и опять ночью постелю его же. Элечка даже ее любит. Просто Эля еще пока не умеет с ней играть. Вот когда Монечка подрастет, она будет знать, что когда Эля ругается, нужно немножко дать Эле отдохнуть. Смотрит, смотрит. Ребята, посмотрите на ее глазки. Это же вообще такая... Ой, как она лает. Эля даже испугалась. Видите, как боится Эля, когда громко лает Моника. Моника, ты молодец. Да, ты молодец, зайка. Еще чуть-чуть, и ты будешь перепрыгивать эту коробку. Да, и как же мы тебя будем отсаживать, зайка? А, зайка. А мы сейчас уедем ногти делать, у нас не будет 3-4 часа. Придем домой, а там уже будет поздний вечер. Но у нас будет в гостях бабушка, и мы тоже для вас немножко поснимаем. Вот такой первый день Моники у нас дома. Моника плачет, да, Эля? Красавица наша Элечка. Эля боится Монику. Элечка, залазь вот на эту коробку. Ты же, смотри, ты же не боишься здесь сидеть? Коробка большая от Крастибокса, да? Гигантская просто коробка. Вот они как. Моя лапушка. Ты моя лапушка. Ты моя лапушка тоже. Мои две лапушки. Маленькую жалко. Но пока нельзя тебе, зайенька. Нельзя тебе выводить в зал одну. Только с маминого позволения, чтобы мама на тебя смотрела. Да. А то можешь натворить. Ксюша, да, гремит косметикой, собирается на ногти. Вот она, Моня маленькая. Вот девочки как легли и смотрят друг на друга. Вот и молодцы, девчонки. Эля, тебе будет так хорошо с Моникой, вам будет весело. Я прям вижу, что Эля очень довольна. Просто пока Моника маленькая, Элечка не знает, что с ней делать. Ведь у нее не было таких маленьких щенят. Да, не было таких маленьких щенят. Да и когда Элю брали, Эля была чуть-чуть постарше, а Моника совсем маленькая. И знаете, ребят, такое сходство интересное. Ксюша сказала, что мы Элечку брали 3 числа, 3 марта. И Монику мы взяли 3 ноября. 3 число, представляете? Так совпало. Ну, поговори с Элей. Поговори. Поговори, маленький разбойник. Вот-вот-вот. Кушать пошла дальше.
Кажется, чем-то вкусным пахнет, а дают мне какой-то корм. Что-то ты плохо как-то корм кушаешь. Чё ты язычок высунула? Чё ты язычок? Вот так, вот так. Вот так, маленькая девочка. Маленький зайчик. Ты мой маленький комочек. Ты моя хорошая. Ты моя хорошая девочка. Эля там возмущается. Давай посмотрим на Элю. Что ж такого, Элечка? Ну, расскажи, что ты возмущаешься. А? Что? Раз Моника уже даже сюда на пеленочку сходила несколько раз, такая молодец. Она пока не знает, куда ходить, да? Скажи, я еще пока учусь только. Конечно, маленькая девочка. И ты моя маленькая девочка. Ребята, все спрашивали, сколько стоит наша Моника. За Элечку мы отдавали 23 тысячи, по-моему, или 25, точно не помню. А Моника у нас стоит 60 тысяч. Мы и забронировали ее за 5 тысяч, и потом доплатили 55. Вот такая у нас Моника. Да. Ну, такая красотка стоит того, правда же? Просто нам повезло, что Элечка так дорого не стоила. Но вот за Монику пришлось отдать 60 тысяч. А вообще шпицы некоторые даже и до 100 тысяч доходят. Вот видели же в нашем влоге, да? А первая девочка, которую мы смотрели, она стоила 100 тысяч. Очень дорого, я считаю. Моника опять пошла кушать. Так вот помаленечку и таскает свои сухарики. Не очень как-то она их кушает. Ну ладно, пусть ест, не буду мешать. На птиц, кстати, прибежали. У нас сегодня первый день. С Максимом. Сегодня с вами Максим. Здравствуйте. Да. Давай, Максим, смотри нашего маленького щеночка. Привет. Элечка с ума сходит. Максим пришел. Максим. Конечно, конечно. Ну, пойдем смотреть щенка. Вот она. Скажи, кто тут спит? Никто тут не спит. Очень. Возьми Элечку, Ксюш. Скорее, скорее, бери. Фига себе, да прикольно вообще. А ты так вот поделай, повернись к ней. Она тебя будет целовать, вот так, вот так. Что, они дружат? Ну так, чуть-чуть. Не особо. А ты на пол ее поставь, на пол, Эля. Мелкую. Моня. Кто за мамой побежал? Кто к маме бежит? А, маленькие комочки. Два маленьких комочка. Вот так они бегают, и мама за ними бегает с камерой. А Эля ничего не делает, Даша? Давайте я вот так сяду уже. Эля не кусает ее? Да вроде как нет. Давай я сниму, она будет на тебя прыгать. Да что же ты такой, да моя любимая. Да мое золотко. Иди скорее, моя хорошая. Ой, ты пузико толстенькое, тебя баба кормила, да? Моня, смотри, какие у меня ногти, Моня. Элечка, моя девочка. О, она их ест. Все, не давай ногти. Тебе же Лира еще намазала каким-то маслом. Она сейчас лижет это масло. Слушай, что у тебя за брюки модные? Клёш? Типа, Эля, смотри. Это не клёш, это трубы. Смотри. Эля, смотри, какие ногти классные. Эля, Моня. Что, мам, теперь с тобой два хвостика будут бегать? Да, мы сегодня спали с хвостиком на полу. Вот такие они у нас потешные носятся. Да, конечно, конечно, моя сладкая. Ворчит, ворчит, бегает. Мама, пришла мама. Что, у вас тут за заговор? Слушай, меня позвала в комнату, хочет что-то мне дать. А где маленькая Мотя? Моня ест Элю, но не тут. Где? А, точно, она ж подавится. Монечка, нельзя маленькая. А почему тебе именно Элина нравится, зайка? Посиди, пожалуйста, здесь. Все, пойдем. Пользуюсь. Так, я бы хотел забрать у Ксюши наушники. Ага. Ну-ка, рассказывай, что ты там прячешь. О, нифига, это что такое? Пан-карабан. Открывай. Духи. Ну, маленький нифига себе. А что за Wi-Fi, этот значок показан? Да давай, открывай. Иди возьми собачку уже. Да, собака, вы пока открывайте. Ну-ка, давай, нифига присаживайся. Себе. Сейчас в оморок упаду от запаха. Не, ну запах на самом деле классный. Ты чё? Открой крышку. А? Как открыть? Ксюша, как? Просто пшикай. Ну куда так много? Три раза. Ну чё, как запах? Сладкий вообще. Классно. Классный запах. Довольный? Да. Забираешь, что ли? Да.
Ничего себе. А ты еще медведя хотел забрать? У меня еще у Ксюшины медведя. Медведя духи тоже их заберу. Это не твои. Ну, Ксюш. Это общие. Ну, Ксюш, ну какие общие, они же мужские. Ну так, а папы пушек эти. Да, папа есть духи. Так и не закончились практически у него. В следующий раз будут другие. Я запомнил. Вы все видели? Я запомнил. А мы это вырежем. Так, ладно, я ненадолго заехал, в общем-то. Какая? Ксюш, спасибо тебе большое за духи. Окей, какая? Все видели, да? Ты больше радуешься духам или собачке? К собачке вы радуетесь. Ну, я же ее не каждый день вижу. Ну, хорошенькая. Ну, очень классно, на самом деле. Хорошая. Это другая порода, получается. Это шпиц. Тоже то же самое, что и Эля. Тоже шпиц. Ну, они по-разному, да. Смотри. Это как медвежонок кругленько. Ты сильно надухарился, и теперь собачки задохнутся тут. Ну, все, мне, значит, надо уходить. Стой, стой, стой.